Нелегкая доля ждет вас. Страшная доля. Огонь вижу. Вижу, как плоть людская от пули рвется. Что же это? Все как один, бандиты. И ты с ними. Дед, да я не с ними. Знаю. Молчи. Не ругаю тебя. Все правильно сделал. Путь вам будет нелегкий, но верный. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовется их овец по имени и выводит их. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мной. Рядом вот с ними. До конца. Ступай. С Богом. Слышь, буденовец, выпить есть что? Выпить, говорю, есть? Ты что, в натуре глухой, что ли? Самогон тащи! Петух! Кто петух? Я петух? Ах ты, падла, а! Кто петух? Я! Я петух, да? Тише, 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 тише. Вы чего прицепились-то? Он же не мой, и умом слаб. Держи. Вам там бабы еды наготовили. Вы бы помогли им, нарубили дров, а там и выпить найдется. А ты че, активист, что ли, а? Ты че, сявка, базаришь, а? По субботам не работам, а суббота каждый день. Будешь пасть разевать, я тебе башку отверну и дам в руки поиграться, понял? Ты что делаешь, а? Эх, штопор. Тебе скакалку в руки давать нельзя, удавишься. А ты винтовку взял. Батя! Батя, век воли не видать! Прости, обознался, батя! Вижу, разбор затеяли. Ну что ж, самое время. Мешать не буду, после побазарим. Стволы на землю.
Рот. Не балуй. Перья туда же. Да я тебя, падла, я тебя и так порву. Ты чё так махаешься? Перзила. Давай, палач, толкуй. Пикашов стартует. Работу нам парит. Мол, в деревне бабам за бухло помогать. А что бы? Вор ворует, остальные вкалывают. Вроде того. А что? Пусть лошадь пашет. Она сильная. Да. Хороши. Прям как мои ребятня, бабы. А? Да. Сцепились, по травке валяются. Вы бы здоровые, Ваньку валяете. А что у них? Главное, что ли? Вот это что, с наганом? Ну. Ну, командир. Слышь, командир, а что это у тебя солдаты? И без дела по травке ползают. Они из плену сбежали, а теперь дурью маются. О, вон она как. Чего дурью-то маются? Картошка стынет. Давай, давай, командир, собирай своих солдат, как там у вас? Ать-два. Давай. Ай. Валенька, давайте, ребятки. Кушать идем. И вот что, Пикассо, следи за метлой. Не беги впереди паровоза. Задавит. Здесь блатные решают, кому и что делать. Заруби это на своем носу. Решать. Только я так понимаю. Вор ворует, а не шкурничает. Вы бы прошлись по деревне. Там одни бабы, да нищета. Эх, штопор, штопор. В поле ветер в жопе дым. Под последнюю бомбежку в деревне два двора только и уцелело. Бока. Пожарный сарай, а брат первым рухнул. У графирочки и до того сердце, и так жалобы мало. Не сгорела. Мы ее с кумом вытянули с сарая. Она дыма задохнулась. Вот собрал глафирушки на дорогу. Кто же ее там покормит, пока она до боженьки доберется? Во как! Суетиться. Присядем, выпьем вместе, а? Штопор! Налей! Вот. Давай, мать! Давай! Давай! Кому сейчас все будет, бать! Все, только смотри. Секунду. Только посуду осторожно. Как?
побей. Ну что, давай, ешь, ешь, сыночек, ешь. Ну я что? Ой, что ж ты? Ты ешь. Ешьте, ешьте, ребят. Хватает всем. Дайте, Маша. Маша, дайте. Прошу, мадам. Ты не стесняйся. Бери. Бери. Ох, имена. Штопор, сыч, палач. Ну, так разведчики. Ну, будем живы? Ну, давай. Будем живы. А Пикассо молодец, батя, не подвел. Не спеши. Время пока. Нет, я не понял. Я Зёма, Зёма, ты тоже мой Зёма, понял? Ты мой Зёма, мы вместе с тобой воевать. Эй, Гитлер, мне туда назад нельзя никак, никак нельзя. Мы вместе. А? Не понял, швайны? Это по-немецки что? Свинья, что ли? А что, я свинья, что ли? Ах ты. Ко мне, Дарья, а помощница. И не дед я, Архип Лукич. А, слышь, Архип Лукич, Дашка где? Не знаю. Один из разбойников ваших за ней приходил. Кто? Слышь, дед, кто? Ну, какой он? Да не знаю, какой. Нож в руке вертел. Бес. Крот, сука. Чего? А, ничего. Спи. Ходят кобели. Вот покойный давать мне теперь этой бедной девчонке. Забегали. Антонов, помоги!
сейчас гляну. Если двор. Ой, маслечко принесу. Сваливать отсюда надо. Засиделись мы тут. Не спеши, батя, успеем. А ты чего мыкаешься? Заблудился? Пошли самогон купить, батя. Некогда. Крыльцо еще не доделал. Так ведь ночь на дворе не видно ни хрена. Разберемся. Ну-ну. Разбирайся. А неплохо у нас получилось с вертухаями. Правда, батя? Да. Спасибо Прохору. Славные перышки смастырил. Ну и куда ты говоришь, они пошли? Не знаю точно. Там один из них вроде бы местный был. Сказал, что деревня его где-то недалеко. А чё же они тебя не убили? Не знаю. Я хотел. Что хотел? Что хотел, Алексей? Ты хотел побег организовать. Товарищей своих в ловушку заманить. Да. Молчишь? Ничего, ничего. Мы тебя судить не будем. На передовой сдохнешь. Увести. Меня держись, надежнее будет. Спасибо, Сережа. Да не за что. Сережа, а кем вы были до войны? Ну, пока на фронт не попали. Я по сберкассам работал. Инкассатором. Значит, вы надежный человек. Здорово, отец. Здорово, Кониша, отец. А что там? А что по поводу выпить? А? А это смотря что пить. Ты же, небось, не за чаем сюда пришел. Смотря какой чай. Как зовут? Всю жизнь Иваном прозывали. Как
кобылу? Кобыла. Кобыла рыжуха. Да, рыжуха. Она одна осталась. Всех на фронт забрали, а она... Вот она одна и осталась. До Одессы, поди, не доедет. До Одессы? Доедет. Только, знаешь, не на сухую. Ну, наливай. Слушай, что ты мне все выкаешь, а? Ну, потому что мы мало знакомы. Где ж мало-то? Уже два раза деревню кругом обошли. Ей все мало. Ты Дарью мою не видала? Поздно уже, но... Да вот она. Дарья! А ну домой! Поздно уже. Сейчас иду. Сейчас иду. Ну вот мы и пришли. Спасибо, Сережа, за хороший вечер. До свидания. До свидания. Даша! Я пошла? Иди. Чего кричать? Поздно уже, ночь полночь. Дело молодое. Времена другие. Слышала? Че? За лесом. Фронт сунется. Тревожно. Неладное чую. Да брось ты. Какому фронту наш хутор нужен? Нас все стороной обходят. Хутор у вас какой-то неприметный. А тут староверы раньше жили. Старообрядцы. Поселение у них тут было. А когда гражданская началась, они Саманатки и за Урал. От войны подальше. Нельзя по их вере воевать. Грех это. А тут новые люди стали появляться. Тех, у кого война все отняла. И родных, и крышу над головой. В общем, все. У меня у самой два брата было. Один за красных воевал, другой за белых. Оба в могиле лежат, а где, не знаю. У Левушки нашего, бедного на глазах, всю родню саблями порубили. А его связали и в колодец бросили. Так мы тут все собирались. Каждый с горем своим. Занимали пустые дома и обживались помаленьку. А мужик твой где? Кабы был мужик, тебя бы здесь не было. Расстреляли его в 33-м. Вы
Дядя Вань, честный фраер. Если кто рога мочит, ты мне свисти. Я его, падлу, на куски порву. Ты вырычи сначала, потом порвешь. Потас, дядя Ваня, менты. Товарищ майор, здесь наши, там трое зэков. Не соврал Камзов, да и правда немцы налетели. Только вот двоих наших заточками. Остальные от пуль. Не прекращать поиски ни на минуту. По машинам! Катай. Что есть? Что? Да вот все, что есть. Ну, нормально, хватит. Гвоздь не забыл? Не забыл. Гвоздик, да? Ну что, зуб или кукареку? Кукареку. А? Не слышу. Кукареку. Ну, погромче можно. Кукареку! А ты что лыбишься, курва? Я тебя порву сейчас! Тут... А ты что лыбишься, падла? Отец, скажи, есть кто в деревне чужой, не местный? Нет никого. Когда старуха умерла, я один остался. Что же это у тебя за деревня такая? Без людей? Люди были. Когда война началась, приехали командиры и всех увезли. Ты, значит, отшельник? Кому отшельник? Кому слуга Божий. Некуда мне отсель уходить. Помирать пора. Конечно, помирать лучше на своей земле, родной. Товарищ майор, здесь вообще никого нет. По машинам. Есть. По машинам! Дядь Муса, возьми меня с собой на охоту. Обязательно возьму, Саня. В следующий раз, хорошо? Да. А меня? Тебя возьму. А меня?
Нюш, иди-ка глянь, белье высохло, нет? Хорошо. Детки, обязательно сходим и на охоту, и на рыбалку, хорошо? Очень болит. Кто? Ну, глаз твой. А, да нет, чепуха. Ну, врешь же, дай посмотрю. Ну, а говоришь, не болит? А так? А так вообще не болит. Сережа. Чего? Давай поженимся. Чего? Поженимся, говорю. Ты что, серьезно, что ли? Конечно. Ха, расклад-то, а? Сначала толкается, потом поженимся. Чего? Да ничего. Поженимся. Обязательно поженимся. Когда? Да хоть завтра. Только где будем жениться? Сельсовета у вас нет. Ну, зато у нас есть дед Архип. Ты знаешь, он однажды под лед провалился и ноги себе обморозил. И с тех пор он Богу знахарем служит. К нему люди со всей округи съезжаются. Он их лечит, советы мудрые дает. Божьим провидением знается. Знается, говоришь. Ну, Архип так Архип. Ах ты, лява! Ах ты! Ира Пучеглаза, ты что тут? Сереж, а расскажи мне о своих товарищах. Товарищи. Чего? Я тебя сейчас сам поглажу вообще. Расход бы ее пустил бы. Расход. Я тебе покажу расход. Это Леня Штофер. Смешно. С призорником просто. Вот на улице все свои навыки приобрел. Зато сейчас в отряде у нас специалист по сейфам. Ну, любую девочку за 5 минут скрывает. Кого? Сейф. Какой сейф? Вражеский, какой же еще? Mm-hmm. Документ какой секретный украсить. Еще чего-нибудь. Mm-hmm. Так, Канька, ну цыц мне! А Муса? Муса охотник. Ты представляешь себе, он со 100 шагов белки в глаз бьет. Угу. Числится у нас стрелком. Елизавета, принеси еще гостей. Здрасте. Привет. Это Степан. Мужик. Угу. Он из Сибири родом. Здоровье хоть отбавляй. Ну, как сама видишь. Мы его, кстати, палачом прозвали. Потому что у него к нечисти никакого, к сожалению, нет. Цыплятки мои, я вам сейчас молочка принесу. Держи. Покажите еще! Дядя Сыч, покажите еще! Смотри, шпана. Какая верхняя карта? Дамочка, да? Оп, хватай. Десятка. Вот она, понял? Шкет. Смотрим еще.
Это Миша. Смотри, Сыч. Шпана. До войны и в цирке работал. Фокусником. Да. Сейчас в отряде у нас разведчик. Специалист по конспирации. Ходит тише кошки. Спрятаться может так, что днем с огнем не сыщешь. Ну, а это батя. Батя у нас авторитет. Ну, в смысле, авторитетный командир у нас в отряде. Угу. Шустрый у вас отряд. Да уж, шустрее не придумаешь. Товарищ майор, пусто. Каждый погреб, каждый сарай осмотрели. Никого нет. По машинам! Венчается раба Божья Дарья. С рабом Божьим Сергеем. Дети мои, да любите друг друга. Нелицемерно, будьте верны друг другу до конца дней своих, и пусть Господь хранит вас на вашем жизненном пути. Будьте счастливы. Как на море, так и Петру.
На! Говори! Одесса! Давай! А, может, ну что? Темно. Ночь. И нет. Вперед. В атаку. И мы вперед. В атаку. Вот так. Ну? Куда путь свой держишь, странник? Знаешь, чего хочешь? Я всю жизнь в клетке. Свободы хочу. Зла в тебе много. Вот оно и не дает тебе из той клетки выпорхнуть. Выпорхнул уже. Назад не вернусь. Нет, не выпорхнул. Крепкая у тебя клетка, сильно крепкая. В Одессу! В Одессу! Не там ты свободу свою ищешь. В тебе она. Погляди в себя осторожно. Умерь гордыню свою. И вмиг свободным станешь. Это ты про то, когда тебя по левой бьют, право подставить? Сегодня, отец, не та жизнь, чтобы щеки направо и налево подставлять. А никому не нужны твои щеки. Ни Богу, ни дьяволу. Они за душу твою борются. А вот кому она достанется, вопрос. А жить ты должен так, чтобы Господь, прикасаясь к тебе, не боялся испачкать об тебя руки. В Одессу, Сейчас я встану, в Одессу поедем. В тебе образ Божий. А мы, короче, вскрываем, сука, банк один. Бьется с восторгом чувств не для меня, не для меня, журчат ручьи, бегут алмазными струями, там, где там дева с черными бровями, она растет не для меня. Нет.
Говорил ему, не доедем. А он нормалек, нормалек. А я у нас на МТС лучшим механиком был. Любой аппарат слышу, шоу ту оперу. За что и грамоту имею. Сам Мирон Дмитриевич мне руку пожал, так и сказал. Егорыч, ты лучший механик на весь район. Ну что, братцы, достаем ложки? Давай. Это я. Закипай. Правду говорят русские. Пуля дура. Еще несколько сантиметров, и эти свиньи попали бы мне в глаз. Спрячьте труп и уберите поляну. У нас мало времени. И так, чтобы и следа не осталось. Герман, тебя это не касается? Я не буду убирать это дерьмо. Герман, твои капризы мне уже порядком осточертели. Краузе, я пришел на войну, чтобы убивать, а не работать могильщиком. Хауза, вы же знаете, как генерал просил за этого парня. Если он трижды не выполнит приказ, я забуду, чей он сын. Это первый. Дядь Вань. Парни, а вот и местные войска.